Всем привет! И сегодня я вам расскажу про одно устройство, очень интересное такое, да, которое, в принципе, нужно для всех случаев жизни, когда, к примеру, нет у вас света. Да. Это такой девайс под названием Eaton, фирма Eaton, а название его Scorpion. Я этот девайс покупал специально для туризма, для рыбалки, там, для отдыха активного такое. И сейчас подробно вам расскажу и покажу, как оно работает. Поехали. Итак, что оно из себя представляет? Это, в принципе, ну, как бы считается как бы фонарик, да, но это мультифункциональный фонарик, скажем так. В нем есть и радиоприемник, есть часы, есть солнечная панель, есть динамо, есть даже открывачка есть. Да, для бутылок. Из входов здесь очень интересная штука, это USB порт, с помощью которого, в принципе, вы можете зарядить телефон. Также есть выход на наушники, есть вход для подключения там телефона, ну, короче, порт AUX, да? Это тоже немаловажно. В комплекте идет с ним шнурок, USB шнурок для зарядки, собственно, вот этой штуки. Хотя тут вот, если посмотреть, да, то есть это обычный, ну, как говорится, нокиевский, ну, я использую нокиевскую зарядку. Как эта штука работает? Сейчас она не заряжена, поскольку нету света, фонарик как бы работает, фонарик, в принципе, достаточно хороший. Ну, открывачка, понятно. Динамо. Динамо работает без всяких проблем, с помощью нее можно заряжать как телефон, так и само это устройство. Вот приемник, два диапазона FM, AM, в принципе, работает нормально. Да, еще, кстати, радио Байрактар, не будем. Да, тут еще, кстати, очень важно то, что вот этот сам корпус, как бы он влагозащищенный, прорезиненный, и даже если он у вас упадет, к примеру, в воду, когда у него уже такое было, как бы, да, ему ничего за это не будет. Ну и то, что корпус полностью противоударный, тоже плюс. Из таких моментов очень важных, то, что здесь меняется аккумулятор. 10-тысячный аккумулятор стоит, в принципе, его, ну, как бы на вечер хватает, если его заряжать от розетки. На вечер хватает. Но даже если он сядет, как бы, да, есть динамо, с помощью которого вы можете зарядить тот же приемник или тот же фонарик. Ну и есть солнечная панель, кстати, с помощью которой, как бы, этот девайс, ну, я думаю, где-то за часа 4-5 он заряжается на солнце тоже без всяких проблем. И, собственно, самая важная штука — это клипса. Клипсы вообще обалденные, просто. Ну и для того, чтобы, скажем так, зарядить вот этот, с помощью вот этого девайса телефон, как бы, да, для того, чтобы просто поговорить, как бы, да, хотя бы один звонок совершить, нужно, ну, где-то, наверное, минут 15 крутить динамо, для того, чтобы хотя бы минуту поговорить по телефону. Оно вам зарядит где-то 1-2%. Это зависит от аккумулятора, зависит от телефона. Еще, кстати, самая классная вещь, то что, точнее, минус этой вещи, да, то что нельзя с помощью этого девайса, как бы, да, просто так зарядить телефон, как вот, ну, как пауэрбанк. Вот это единственный минус. Но плюс то, что здесь можно поменять аккумулятор. То есть вот это самое важное. Также хочу сказать, что есть аналоги таких девайсов, поскольку этот девайс не дешевый, как бы, да, можно на AliExpress спокойно найти подобные вещи, и в принципе они будут намного дешевле. Так что, если вам это интересно, пользуйтесь. Вам удачи, всего хорошего, пока, до новых встреч.